Здравствуйте, дорогие подписчики! Давно не было видео на канале. Ну, сегодня пока есть настроение, появилось, решил заснять для вас то, чем я сейчас занимаюсь в эмиграции. Я постепенно, конечно же, приступил к нумизматике, то, что мне интересно. В данном случае я сейчас провожу кое-какой эксперимент. Он для меня будет как бы в минус, но как бы ничего страшного. Это для меня, я отрабатываю некоторую формулу на eBay, чтобы как бы купить, продать, сколько стоит. Сколько будет стоить, если я просто соберу альбомы с крупных, допустим, каких-то больших лотов, смешку. Соберу их, повставляю, а потом просто продам целым, вот таким вот целым набором. Это мне очень нравится. Вот эта фирма мне очень нравится, Витман. А номер альбома 96-79, их не так много уже. Они очень удобные, это коллекция 902-36 пол пени с периода. Здесь можно вставлять аверс, а здесь сам реверс. То есть я в основном покупал монеты и записывал цену на них. То есть здесь есть цены, вот вы видите, слегка на камеру. Сам альбом мне обошелся $10, пустой сам буклет. И вот я пишу здесь, получается, цены. Цена, за которую купил, где-то $3, где-то 5, где-то 2. В общем, плюс-минус. Вот по почте пришла еще одна. Вот по почте пришла еще одна сегодня. Вот я для вас ставлю. Я ожидаю еще. Я хочу провести... Собственно, я хочу провести эксперимент. Я выставлю на eBay на 10 дней. И мы посмотрим, сколько она будет стоить. Ну, то есть на аукцион, и я хочу прощупать рынок, сколько это будет, сколько как бы покупатель готов отдать. Потому что доставка где-то на почту, он потратит $4, он будет сидеть считать. Значит, альбом плюс все монеты, very fine, very fine plus. Я специально покупал в хорошем состоянии. Где-то есть very fine, где-то very fine plus. Если так посмотреть, вот они более-менее очень хорошее состояние. Так, давайте. Вот так лучше. Это хорошее состояние, это very fine. Да, собственно, мне осталось тут не так много собрать. Здесь 1, 2, 3, условно 6. Здесь 7, 8, тут 1. Но я уже все купил, я просто жду. Так, продолжаем еще раз. Вас приветствую. Следующая часть. Ну вот, я и собрал оставшуюся часть коллекции. Вот все монеты, тут еще дальше идет. Да, мне это немножко дорого обошлось, скажем так, немножко. Тут список получается есть, какие еще можно купить альбомы, тут по номерам все, ну потом разберете. Итак, вот окончательная сумма. Да, мне обошлось, к сожалению, коллекция. Собрал по-быстренькому, Very Fine Plus в основном собирал, $179. Из расчета на одну монету получается $5.10. Каждый. Это, конечно, по карману ударило, но ничего, я попытаюсь сейчас продать. Сейчас я вот выставил на eBay. Да, уже пошли какие-то торги, уже есть первые ставки. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, за сколько я продал, сколько я потерял. Я однозначно знаю, что я потерял. Хотя я знаю, что иногда коллекции стоят дороже, чем если бы их продавать монеты по отдельности. Но в данном случае я немножко переплатил. И скорее всего я продам значительно ниже, чем вот эта сумма, $179, целый альбом. Даже если в США здесь хороший рынок покупки, продажи и так далее. Я пока, как я уже говорил, я пока отрабатываю схему, отрабатываю модель, сколько это может быть стоить, если покупать всю коллекцию, потому что на этом я отработаю модель и продолжу. Вот мне просто еще есть продолжение, но это уже фартники, смотрите. Это я тоже собрал, но это, наверное, в другом видео. И здесь более выгодные тут позиции, я покупал килограммами, отбирал хорошего качества. Ну, фартинги по-нашему 25 копеек. И не переключайтесь, через мгновение вы узнаете, за сколько я ее продал. Так, ну что, товарищи, друзья, вот я и продал свой этот альбом. Сейчас я вам покажу его, за сколько он ушел на сайте eBay США. Значит, смотрите, потихоньку. Вот мой альбом, вот он продался за $56, фартинг, ну как бы,
Да, в 3 раза дешевле, чем купил, в общем. То есть покупателя смотрит и думает, что максимум он готов заплатить за одну монету где-то 2 доллара. Хотя я некоторые платил 3-4, то есть я выбирал это XF Verifine Plus, то есть в хорошем качестве достаточно выбирал. И собирал отдельный альбом, каких-то денег стоит. Но в данном случае я понимаю, что потерял я. Выиграл кто? Выиграл здесь тот, кто купил у меня. В данном случае покупатель выигрыша будет. И выиграл тот, у кого я купил. Ну, то есть, если решил я все-таки решу заработать на этом, то, скорее всего, я просто буду покупать большими крупными лотами, там, килограммами, там, или там, по 100 монет вот этих полпенни этого периода, и отбирать самые идеальные, чтобы себестоимость мне обходилась хотя бы 1 доллар. Что я хочу еще вам рассказать, показать сайт eBay. Давайте нажмем на ставки, всего 22 ставки. Что здесь можно, если для себя интересного понять, выявить. Здесь можно вот обычные ставки посмотреть всех подряд, то есть если мы проходим вот все ставки 8 участников, и ставки вот автоматически, показать автоматические ставки, вот. Вот, например, один человек, который установил автоматическую ставку, то есть он посчитал, он наверняка поставил там максимум 55 долларов и там ушел. Да, можно видеть, что он максимум поставил 55 и ушел. 55 долларов, и, то есть он может на работе, может отвлечься, он может все-таки потерять время, упустить, занят там за рулем и так далее. Поэтому такая функция, она как бы интересная. Все, друзья, сегодня, как вы уже поняли, эксперимент закончен. Я желаю вам всем удачи. Спасибо за ваши отзывы, лайки. Задавайте вопросы, что могу отвечу.